Всем привет! Как я обещал, сделать проход небольшой по подземельям разработчиков, да, по секретным комнатам, для того, чтобы показать, как можно нафармить крутых шмоток. Сразу говорю, что первую комнату я открыть не смог, потому что из Аида мне ключ так и не выпал. Второй ключ выпал, поэтому будем проходить вторую пещеру. Для того, чтобы нам ее найти и сюда попасть, видео о том, как собрать эту примулу, у меня есть на канале, но ссылку я на него оставлю вот здесь. Так что заходите, посмотрите, кому интересно. А эта пещера находится вот в этом месте. Смотрите, мы отправляемся в город, в Глауберг. Отсюда ближе бежать. И смотрите, мы отсюда из Глауберга. Вот он, Глауберг. Отсюда мы бежим назад. Бежим, бежим, бежим. Прям по дороге, просто никуда не сворачивая. Спускаемся в пещеру, проходим сквозь. Бежим, бежим, бежим. Попадаем в чащу. В чаще немножко уходим восточней. И вот здесь вот там секретная такая тропинка, которую не сразу можно заметить. Но в итоге мы видим пещеру. И вот эта пещера как раз нам и нужна будет. Давайте же посмотрим, что здесь внутри. Спускаемся вниз. И первое, что мы встречаем, это фонтан. Мы здесь сохраняемся у этого фонтана, и после этого видим вот такие ворота в форме головы рыбы. Как только мы к ним приближаемся, они сразу же открываются. Но для этого у нас в сумке должна лежать примула. Примула у нас, вот она лежит, ну вот она, примула запаху. И если она есть у нас в сумке, ворота открываются. Если нет, то они не откроются. Дальше заходим, убиваем первого монстра, из него всегда падает бурдюк яда. Так что, кому нужны бурдюки яды, здесь можно легко нафармить. Дальше мы бежим, 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 и вот здесь есть магический сундук. За проходы, которые я сделал, не знаю, штук 10, наверное, я здесь был, из этого сундука не упало вообще ничего. Вот этих монстров, которых мы сейчас убиваем, их, в принципе, убивать не обязательно. Здесь достаточно просто пробежать. Монстры, кстати, лазерные хищники, напоминают какие-то Star Wars, да, динозавры, которые плюют. Бежим, бежим, бежим. Все, и вот здесь сейчас будет первый босс. Мы его убиваем. Сразу же убиваем второго медведя, идем дальше, убиваем куст. Для того, чтобы нам залутать вот эту сферу, да, она у нас закрыта, нужно пройти дальше и убить вот этих 5 стражников еще, кельтских друидов. Мы всех здесь зачищаем. И у нас открывается вот эта сфера. Из этих сфер падает золото, банки, склянки, иногда какие-то реликвии, шмотки падают крайне редко. Но я сейчас на легком уровне сложности, поэтому и редко падает. Дальше еще встречаем двух боссов, мы их убиваем, с них золото спадает. И бежим дальше, у нас здесь бочка, ее тоже уничтожаем. По некоторым боссам почему-то иногда сложно попасть. Ну, мы убиваем, идем дальше. Здесь опять пару монстров. Можем их убить, можем пропустить. И опять боссы пошли. Их мы убиваем. Потому что, чтобы открыть последний сундук, нам надо будет убить всех вот этих боссов. Проходим дальше. Встречаем Лену. Тоже туда ее, в преисподнюю. Еще два друида. Бежим, бежим, бежим. Встречаем первый монстр ящерица. И поворачиваем вот сюда. Сначала убиваем вот эту змею. После этой змеи мы бежим вниз. Убиваем вот эту крысу, Эрик. Который, после того, как мы его убиваем, превращается в такого, не знаю, гидра какая-то. Его мы убиваем. И благодаря тому, что мы уже убили вот ту змею самую, у нас эту сферу можно залутать. Также открываем. Собрали золото, бежим дальше. Бежим, бежим вверх. Здесь сейчас будет еще пару боссов. Также мы их убиваем. И как бы, если присмотреться, то у каждого босса есть имя. Это имя одного из участников команды разработчиков. Здесь мы всех убиваем, 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 убиваем. Собираем золото.
И вот у нас самый главный сундук. Открываем его, там срабатывает ловушка. И сейчас нам повезло, упало целых 3 предмета, но обычно падает поменьше. Я здесь был примерно раз 10. И что же нам упало? Так вот посмотрим, чтобы можно было взглянуть. То есть здесь падает у нас костюм Санты. Вот у нас шапка Санты и сапоги Санты. Костюм Шерлок Холмса, да, пальто детектива и вот такой вот молот детектива. Упал какой-то щит. Упала какая-то шляпа, ну, которая мне очень хорошо подходит. И еще какая-то ковбойская шляпа тоже упала. То есть здесь падают какие-то сеты. На начальном уровне, на самом легком, падают не очень интересные вещи, но с каждым новым уровнем сложности вещи будут падать все интереснее и интереснее. И самый главный момент фарма наступает, когда мы будем здесь на легенде ходить уже и просто зачищать эту пещеру. Ее будет на легенде не так просто зачистить, как сейчас я прошел, потому что некоторые боссы могут нанести хороший удар, урон, и по ним еще будет сложно попасть. Зачистили, получили шмот, передали другим своим персонажам, кому интересно, кому они подходят. Также, возможно, здесь иногда будут падать еще и фиолетовые вещи. А на этом все. Пришло время прощаться. Да пребудет с вами сила. Всем пока.